темные времена хорошо видно светлых людей. И вдруг меня охватывает несказанная печаль, которая несет в себе время. Оно течет и течет, и меняется. А когда оглянешься, ничего от прежнего уже не осталось. Да, прощание всегда тяжело, но возвращение иной раз еще тяжелее. Весна каждый раз возвращалась, каждый год, с ласточками и цветами. Ей не было никакого дела ни до войны, ни до смерти, ни до печали, ни до чьих-то надежд. Она возвращалась. Она и сейчас уже здесь. И этого достаточно. Мы выигрываем дни и теряем годы. Те, кто считает себя справедливым, особенно безжалостны. Только безнадежные кретины хотят доказать свою правоту женщине и взывают к ее логике. Если между двумя близкими людьми доходит до того, что они должны обязательно о чем-нибудь разговаривать, то сколько бы они ни говорили, они никогда ни до чего не договорятся. Говорить хорошо, когда за словами счастье, когда слова льются легко и свободно. А когда человек несчастлив, могут ли помочь ему такие неверные, ненадежные вещи, как слова? От них только тяжелее. Все живем в долг и питаемся иллюзиями. Деньги – это свобода, выкованная из золота. Почему вы рассуждаете о жизни вместо того, чтобы ощущать ее? И никогда не будет иного ответа, только тот, что вы даете себе сами. На самом деле человек по-настоящему счастлив только тогда, когда он меньше всего обращает внимание на время и когда его не подгоняет страх. И все-таки, даже если тебя подгоняет страх, можно смеяться. А что же еще остается делать? Слишком много крови было пролито на этой земле, чтобы можно сохранить веру в Небесного Отца. Просто счастливы нынче только коровы, а может быть и они нет,
может быть только камни.